Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403. Друзья, это радио Донбасс Реалии, с вами Денис Тимошенко, переходим к общению в нашей студии. В марте 1952 года Иосиф Сталин предложил Федеративной Республике Германия провести выборы на всей территории Германии, включая оккупированную с гарантиями прав человека, свободы прессы и деятельности любых партий. Условие было одно – вне блоковость Объединенной Германии. Первый канцлер ФРГ, ФРГ Конрад Аденауэр отказался. Германия вернула треть своей территории только через 38 лет полностью на условиях собственно говоря, свободной Германии. Это то, что украинские политики называют немецким сценарием, предлагая его использовать и для оккупированного России Донбасса. Почему Федеративная Республика Германия не пошла на условия Кремля? Не жалеют ли в Германии сегодня об упущенном шансе на объединение? И проводят ли в самом Берлине параллели с тактикой Кремля в ГДР и сегодня на оккупированном Донбассе об этом мы поговорим в студии с нашим гостем. Это Андрей Мартынов, доктор исторических наук, профессор Института истории Украины, Национальной академии наук Украины. Андрей Юрьевич, здравствуйте. Добрый день. Также, надеюсь, к нашему разговору присоединится политолог-международник Виктор Савинок. Друзья, сегодняшний эфир выходит в записи, но вы можете оставлять ваши отзывы об этом эфире на автоответчике. Его номер 0800-300-403. Также ждем ваших отзывов, комментариев в социальных сетях радио Свобода мы есть в Контакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме будем рады любому вашему отзыву. Андрей Юрьевич, вот достаточно такое заманчивое предложение поступило от Иосифа Сталина объединить Германию, провести свободные выборы. Даже не ожидали страны союзники Великобритания, США и Франция того, что Сталин Предложат э, демократию, да, объединить на основе демократии. Только при одном условии, чтобы Германия не была э, в НАТО, по сути, своей. Да, почему, э, с вашей точки зрения, тогда э, Конрад Аденауэр отказался от такого достаточно заманчивого предложения? Потому что сейчас мы слышим подобные, э, может быть, вещи, да, какие-то определенные параллели можно все-таки найти. Да, ну э, оговоримся в том смысле, что исторические аналогии они не всегда удачные, да, но в данном случае она более-менее удачна, поскольку нужно учитывать общий исторический контекст, поскольку в 1952 году уже началась холодная война и, собственно, Германия была разделена на две части и, соответственно, так так называемая немецко-немецкая граница или германо-германская граница была по сути границей между двумя общественно-политическими блоками. И э, тогдашний канцлер ФРН, ФРГ Конрад Аденауэр был убежден в том, что э, заманчивая на перв... э, так сказать, предложение Сталина э, все-таки не устраивает Федеративную Республику Германии, поскольку э, в тот момент уже ФРГ четко определилась со своей внешнеполитической и внутриполитической стратегией. В частности, внешнеполитическая стратегия была э, направлена на создание Западноевропейского э, союза, на создание э, Европейского объединения угля и стали, членом которого Германия стала в том же 1952 году. И вплотную, что собственно Сталина и мотивировало, шли переговоры о возможности присоединения ФРГ к Североатлантическому альянсу, НАТО, и эти переговоры еще затянулись на три года, уже после смерти Сталина, 5 марта 1953 в решающую стадию вступили, ну а по большому счету, соответственно, Германия в 1952, западная Германия, да, в 1952 году уже переживала экономический бум, так называемое немецкое экономическое чудо. И, соответственно, Конрад Аденауэр все-таки с опаской относился к результатам трансформации в восточной Германии, да, поскольку после провозглашения ГДР 7 октября 49 за три года успели э, провести э, фактически коллективизацию, да, то есть поломать полностью поломать экономику. Э, да поломать экономику восточной части Германии и Денавер э, опасался, что в случае э, Воссоединение двух частей Германии на условиях Советского Союза Германия рискует оказаться без союзников, так то есть э, автоматически да, да, э, прекращались бы переговоры о вступлении ФРГ в НАТО, так и соответственно под вопросом оказалось и будущее Германии как части Западноевропейского Союза и как части э, Западного экономического блока. Э, ну и, соответственно, э, тогда появились бы риски того, что э, немецкое экономическое чудо фактически свернулось бы, на самом начале своего развития. Ну и немецкие историки считают, что тут сыграла свою роль и вот такая специфическая ментальность Конрада Аденаура. Он считал, что собственно, Восточная Германия это бывшая Пруссия. Да. Он недолюбливал Пруссию, недолюбливал да, потому что это протестантская Пруссия, да, часть да, да, и, и считал, что вот, э, присоединение ее Восточной Германии, присоединение на условия Сталина к западной, воссоздание единой нейтральной Германии, это все-таки риск того, что эта Германия опрусачится. да. То есть вот те тенденции. Ну и тут заметим, явными были отличия и в денацификации, да. То есть если в западной Германии, хотя Советский Союз и указывал Эденауры на то, что очень много бывших нацистов, так, так сказать, в администрации и в Бонне находится, да, тут же Глобке, ближайший соратник Аденаура министр юстиции ФРГ, отличился тем, что писал еще Нюрнбергские законы против евреев, да, но тем не менее, денацификация Западной Германии прошла проходила, точнее, с 49 по 52 более интенсивно и имела больше успехов, чем, скажем, восточной Германии. Да? Андрей Юрьевич, мы коснулись такого интересного вопроса, вот этого русского характера, да? Насколько вот такие параллели, что это такое? Можно ли проводить какие-то вот параллели с Донбассом, где тоже есть определенные вот особенности мировоззрения, ментальности, культуры, определенное восприятие истории? Тут можно ли проводить тоже какие-то параллели между Пруссией и Донбассом? Ну, конечно, можно проводить параллели, да, все-таки Пруссия подарила не только знаменитый прусский шах на военных маршах, да, но и подарила вот такую традицию милитаристскую, да, и, соответственно, милитаристские традиции весьма сильны, как мы знаем, Российской Федерации также, да, которая не только унаследовала этот прусский шах, да, но и фактически эти военные традиции также унаследовала. Да. Ну и, соответственно, Аденауэр был убежден в том, что проблема не столько даже недостаточной денацификации Восточной Германии, сколько вот таких антидемократических инстинктов, которые присущи э, прусачеству, да, присущи были этой части Германии. Так, и он считал, что строя демократическую федеративную республику Германии, да, возможно, нужно пережить одно-два поколения в разделенной Германии, да, хотя опять же-таки подчеркнем, что официально никогда отказа от ГДР не было. Вот да? что интересно, да, да, даже в Конституции было прописано, да, Конституция... что Германия будет расширяться, то есть Конрад Аденауэр на время отказывался от этих да, территорий, да. а не навсегда, несмотря да. на вот эти все факторы, о которых вы говорите. 23-я статья Конституции, принятой в сентябре 1949 года, предусматривала, что 6 федеральных земель, которые отошли к Германской Демократической Республике, имеют те же возможности стать членами ФРГ, так что и 9 земель, которые создали Федеративную Республику Германии. Собственно, это дало возможность, это статья Конституции, после падения Берлинской стены 9 ноября 1989 года, очень так в ускоренном темпе реализовать идею воссоздания единой Германии. Да? И подчеркнем, что Boom. Аденауэр был, точнее, поддержал инициативу своего государственного секретаря в Министерстве иностранных дел Вальтера Хольштейна, который предлагал вообще разрывать дипломатические отношения со странами, которые признавали Германскую Демократическую Республику. Так и фактически до начала новой восточной политики Вилли Бранта, то есть до начала 70-х годов 20 -го века, Германия вот такую политику проводила хотя подчеркнем что недостаточно последовательно да поскольку аденауэр в 1955 году был в посетил советский союз так фактически э, нормализованы были советско-западно-германские отношения установлены дипломатические отношения но в отношении э, любых других стран да, да даже сателлитов советского союза по варшавскому договору э, до э, начала новой восточной политики вилли бранта вот такой изоляционизм да и разрыв дипломатических отношений э, постоянно присутствовал. Да? То есть в данном случае э, Российская Федерация, возвращаясь к теме Донбасса, да, э, много спекулирует на тему э, признания независимости ДНР и ЛНР. Да, но, э, прямых переговоров, прямых с ними. переговоров с ними. Да, но опять же-таки тут недостаточно последовательная позиция с моей точки зрения Российской Федерации. Да? Если вы э, выдаете паспорта граждан... Российской Федерации, да, на территории ДНР, ЛНР, да, то какие -то, да, это независимые государства, да, то есть это косвенно претензии на то, чтобы это были все-таки субъекты Российской Федерации. Да. Напомню, у нас в гостях доктор исторических наук Андрей Мартынов. Мы говорим о том, не стоит ли Украине на время отказаться от Донбасса, как Германия в свое время от ГДР. Давайте к нашему разговору подключим политолога международника Виктора Совинкаунт с нами по э, Скайп-связи. Виктор, здравствуйте. Добрый день. Виктор, вы работаете, насколько я понимаю, в Германии, да, немножко понимаете, чувствуете, возможно, общественное настроение. Сейчас от украинских политиков часто слышно. Вот о так называемом немецком сценарии. Для Донбасса сейчас Германия, часть. Нормандской четверки Ангела Меркель очень много политического капитала своего вложила в урегулирование кризиса на Донбассе. Вот проводят ли, возможно, немецкие обозреватели какие-то параллели с этой нотой Сталина от марта 52 -го года, когда он предложил интегрировать ГДР в ФРГ с нынешними минскими соглашениями? Хотелось бы начать с того, что частично такие параллели проводились, но не в отношении Донбасса, а в отношении оккупированного Крыма. Поскольку в Донбассе ситуация несколько иная, чем в случае между ГДР и ФРГ, поскольку в Донбассе мы имеем дело с вооруженным конфликтом. Открытым. В то же самое время в Крыму, несмотря на то, что формально юридически э, есть э, все основания говорить о том, что э, идет э, также речь о международном э, конфликте, и это констатировал офис прокурора Международного уголовного суда, но тем не менее открытые военные действия э, на полуострове не ведутся. И поэтому больше ассоциаций у немецких исследователей все-таки как раз э, с э, крымским вопросом относительно uh, вот тех исторических событий, которые в свое время происходили между ГДР и ФРГ. Виктор, мы сейчас Естественно... видим... Да, 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 уточняющий вопрос. Мы сейчас видим вот такое некое изменение политики Германии, то есть они приветствуют эти Минские соглашения. Да, вот вы говорите, что параллели такие натянутые. Принял немецкий парламент решение о постройке Северного потока-2, такого политического проекта против Украины. Вот была же в такой же ситуации Германия, как и Украина, фактически. Тем не менее, сейчас получается союзники России в чем-то во-первых следует упомянуть о том, что все-таки сегодня ночью решение о, 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 о выведении Северного потока 2 из-под из норм новой газовой директивы Европейского Союза оно не удалось, то есть это решение не было принято, поскольку фракция альтернативы для Германии в немецком Бундестаге потребовала собрать парламентское большинство. Парламентское большинство не собралось, 355 депутатов в зал не пришли в 1.45 ночи по берлинскому времени. И поэтому, собственно говоря, голосование относительно Северного потока-2 пока отложено. Но посмотрим, как ситуация будет развиваться дальше. Что касается Германии, то э, следует упомянуть, что все-таки большинство сентиментов, э, которые касаются германо-российских отношений, они относятся не столько к периоду Аденауэра и э, его преемников из христианско-демократического союза, то есть к Людвигу Эрхарду и Курту Георгу Кизингеру, сколько к времени новой восточной политики Вилли Бранта. И как раз большинство сентиментов, которые связаны с германо-российскими отношениями или с, э, с теми дискурсами, которые касаются участия Германии в урегулировании на востоке Украины, они связаны как раз с новой восточной политикой и со стратегией, которая была предложена тогдашним советником Вилли Бранта по международным вопросам Эгоном Баром. Это стратегия так называемого изменения через приближение. То есть в немецком политикуме, особенно в кругах социал-демократической партии, к которой принадлежал, собственно говоря, Вилли Бранд и Эгон также, это такие, можно сказать, столпы немецкой социал-демократии второй половины 20 века, как раз у немецких социал-демократов вот эта вот стратегия приближения через вовлечение, оно, она очень сильна. И, соответственно, такие э, вот, э, измышления о цивилизации Российской Федерации через ее привлечение, через поддержание диалога с Российской Федерацией, они очень сильны в кругах немецких социал-демократов, которые сейчас входят в правящую коалицию, и которые, соответственно, через в том числе Министерство иностранных дел, которое контролирует э, нынешний глава Мида от социал-демократов, опять же Хайка Масс они продвигают в том числе и эту позицию. Такую политику. Виктор, я вас немного перебил да, о параллелях вот этого предложения Сталина 1952 года, нынешней ситуации на, на Донбассе. Вот как это рассматривают сейчас немецкие обозреватели? Вы сказали, что проводят параллели с Крымом, но не с Донбассом, потому что там война. В принципе, в этом контексте как раз и рассматривается это все, потому что параллели с Донбассом возникают как раз уже в ассоциации с, в ассоциации с новой восточной политикой Бранта, но не с политикой Аденауэра. Андрей, к вам такой вопрос. Чего хотел Сталин, делая вот такое вот предложение, достаточно выгодное для ФРГ, вот отдать третьей территории Германии просто так получается? Сталин был убежден в том, что главное поссорить Германию и ее западных союзников и таким образом разрушить попытку создания единого антисоветского фронта в восточной Европе. А да, чем рассорить? Как можно рассорить? Рассорить тем, что объединяется страна. страна объединяется, но она становится нейтральной, да, то есть вот э, выводятся американские, французские, британские войска из Западной Они Германии. Они же все равно вышли оттуда когда. А, все равно, не, ну, на сегодняшний день все-таки Германия является членом НАТО, да, и на территории страны крупнейшая американская база Рамштайн остается, да. Ну, французы, англичане сократили свои военные объекта на территории уже Объединенной Германии, да, но американские войска там остаются, да. Ну и Сталин рассчитывал, что таким образом будет создана вот такая буферная зона между советской сферой влияния в Восточной Европе, да, то есть между государствами Совета экономической взаимопомощи и Францией, Великобританией, Соединенными Штатами, да, вот Объединенная Германия нейтральная Объединенная Германия должна была быть вот такой буферной зоны, да. Собственно, вот российская федерация считает, что нейтральная Украина, да, была бы вот такой оптимальной буферной зоной между НАТО и, соответственно, российской федерацией, да. Не менее важный момент с моей точки зрения был в том, что Восточная Германия достаточно дорого стоила Советскому Союзу экономически, да, и, соответственно, после смерти Сталина, как мы помним, Лаврентий Берия предлагал вообще отказаться от строительство социализма в Восточной Германии, да, и поторговаться, опять же-таки, с Федеративной Республикой Германии о условиях возвращения восточных германских земель в состав единой Германии. На да, тех же условиях. На тех же условиях, собственно говоря. Ну, и мы помним также, что 23 июня 1953 года, уже после смерти Сталина, в Восточной Германии произошли народные волнения и э, требования были достаточно четкие, да, то есть отказаться от строительства советской модели социализма в Восточной Германии. Да, ну, и тогда это народное восстание было силой подавлено советской группой войск, расквартированной в Восточной Германии. Да? Ну а 23 июня до воссоединения ГДР и ФРГ было национальным праздником в Федеративной Республике Германии, поскольку считалось, что тем самым сохраняется надежда в обозримой исторической перспективе воссоединить обе части Германии. Да? То есть вот такие внешнеполитические соображения, рассорить Федеративную Республику Германию с ее партнерами по западному блоку, да, с другой стороны, экономические соображения попробовать все-таки поторговаться по вопросу цены, так сказать, сдачи ГДР, да, вот все это было среди соображений, которыми Сталин пользовался, предлагая в 1952 году воссоздать объединенную Германию на условиях нейтралитета этой страны. Андрей Юрьевич, мы обсуждаем вот еще времена Сталина, да, то есть это больше, чем 60 лет назад. Тогда ФРГ стала членом НАТО, экономика стала расти, появилась Берлинская стена, появился соцлагерь, капиталистический лагерь. Из, капиталистич... Из соцлагеря люди бежали в этот капиталистический лагерь, то есть история показала несостоятельность Политики Российской тогда Советского, Советского Союза, России. Кремля да по отношению к Германии. Сейчас подобные подходы э, Москва э, делает по отношению к Украине. Ведь тогда не получилось, на что они сейчас рассчитывают. Они опять же таки рассчитывают на то, что э, Украина, э, ну э, если не вся Украина, да, то во всяком случае э, области более ориентированные на Российскую Федерацию, да, э, изменят э, внутриполитическую повестку дня. В Украине, да, то есть вот этот дискурс евроатлантический, европейский интеграционный, да, и возвратят Украину, во всяком случае, в сферу влияния Российской Федерации. Да, ведь речь не идет, по большому счету, о э, даже признании независимости ДНР и ЛНР. Да, то есть в Кремле э, по косвенным признакам мы можем увидеть, что достаточно серьезная дискуссия происходит по вопросу цены поддержки ДНР и ЛНР, да, то есть тут... Вот, ну э, вот если будет Одна... По... встреча, и там предложат Владимиру Зеленскому, хорошо, проводим э, выборы по украинскому законодательству, но Украина будет внеблоковой. Да? Вот повторят э, подобные э, вещи. Ну, э, во-первых, -во это э, не так просто сделать, да, поскольку наше законодательство, мы помним, что в Конституции Украины э, было вписано положение о стремлении страны э, вступить в НАТО. Да? То есть для, ради этого нужно сначала изменить Конституцию, да, учитывая те пертурбации, которые происходят в Монобольшинстве, да, в слуге народа, это вряд ли так просто сделать, да. Ну, и во всяком случае, для этого нужно 300 голосов. Да. Последнее голосование в Верховном Совете показывает, что это не так просто их набрать. Да? Поэтому это, это, одна позиция. Другая позиция, мы помним, что буквально в конце октября в Украине был генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, так и, собственно, и президент Зеленский, и Столтенберг подчеркнули, что курс Украины в НАТО остается неизменным. Да? Поэтому есть действительно ряд красных линий, да, за которые Украина не переходит. Да, и, собственно, сложности с подготовкой так называемого заключительного документа, возможного заключительного документа будущей встречи в нормандском формате свидетельствуют о том, что позиции сторон остаются диаметральными. Да, то есть России не удается, даже расширив повестку дня за счет газового вопроса, да, и шантажируя Украину уже, уже традиционно этой темой, да, не удается все-таки изменить свою пользу ситуацию. То есть основа для компромисса пока не видно. Это радио Донбасс Реалии. Мы общаемся в записи с Андреем Мартыновым, доктором исторических наук и политологом-международником Виктором Савинком о том, не стоит ли Украине на время отказаться от Донбасса, как Германия в свое время от ГДР. Виктор, к вам вопрос. Сегодняшняя Германия не жалеют ли о том, что упустили возможность объединить страну на 38 лет раньше, чем это случилось все-таки? Среди обозревателей и среди, среди исследователей, которые занимаются в том числе и историей, и политологией, может быть, даже историей международных отношений, так или иначе царит консенсус относительно того, что действия Конрада Аденаура на период начала 1950-х годов были абсолютно правильными и, и мотивированными. Поскольку, скажем так, во-первых, перед Конрадом Аденауером и его правительством на тот момент стоял целый ряд вопросов, которые нужно было решить. Во-первых, нужно было зафиксировать демократический характер нового немецкого государства имеется в виду Федеративная Республики Германии. Несмотря на то, что процесс денацификации был проведен, как уже упоминалось в том числе и в этой студии, mm -hmm. на местах, в том числе и на влиятельных постах оставались, оставался целый ряд чиновников режима Третьего рейха, которые занимали достаточно влиятельные позиции и оставался целый ряд влиятельных военных, которые заняли, соответственно, не менее влиятельные позиции в Бундесвере. Соответственно, существовала опасность того, что страна пойдет, может, точнее, скатиться в не совсем демократический режим в итоге. И связь с Западом, связь с западными институциями, связь с западными демократиями на тот момент была одной из стратегий, которая позволяла создать новую демократическую Германию, создать демократический режим на тот момент. И тем не менее все описывают это решение Денауэра как правильное, но, естественно, не без, не без рисков и не без каких-то, можно сказать, даже репутационных потерь. Безусловно, для немецкого народа это является эти 40 лет, которые он провел в разделенном состоянии, являются, безусловно, национальной трагедией и скажем так, последствия этого разделения до сих пор уже 30 лет после падения Берлинской стены, которая будет отмечаться уже буквально завтра, мы видим, что все-таки последствия до сих пор влияют на германское общество, в том числе и даже на молодежь. И мы это увидели, к примеру, на примере последних региональных выборов в трех восточных землях, а именно в Бранденбурге, Саксонии и Тюрингии, где, как ни странно, но э, довольно существенная часть избирателей в возрасте от 18 до 25 лет э, голосует за э, правопопулистскую политическую силу ⁇ Альтернатива для Германии ⁇ которая, э, скажем так, э, умело манипулирует и вопросами истории, и вопросами, в том числе и экономических экономической ситуации, которая возникла в новых землях, в том числе и после объединения Германии. Виктор, вы не связываете это с тем, что, может быть, вот потомки тех жителей ГДР, да, они их Отцы, деды чувствовали себя, может быть, брошенными, преданными Федеративной Республикой Германии, все-таки отказались от объединения и оставили под Советским Союзом на долгих 38 лет. Так такого нет раздела между немцами современными? Здесь вопрос скорее не в, не в каком-то чувстве вины со стороны Федеративной Республики Германии. Здесь скорее... Вопрос в разности ментальности между Востоком и Западом, который возник за 40 лет разделения, поскольку ряд, условно говоря, психологических штампов на Востоке и на Западе, он, он несколько он отличается. И, скажем так, за 40 лет в бывшей ГДР удалось воспитать несколько поколений, которые, скажем так, являются носителями этой ментальности и которые в своих потомках ее, может быть, частично воспроизводят. И это сказывается. Андрей, к вам такой вопрос. Мы говорим сейчас о событиях холодной войны. да, Как раз началась холодная война, сейчас проводим такие параллели, да, очень много э, параллелей вырисовывается. Получается, сейчас тоже что-то вроде холодной войны, ситуация такая. Да, если мы посмотрим с вами на э, ситуацию в военно-политической сфере, да, соответственно, похоронен договор о ракетах средней и малой дальности. Да? Мы помним, что он был подписан в 1987 году и фактически означал э, начало э, настоящей разрядки в Европе так и э, отметил тенденцию преодоления раскола Европы по результатам холодной войны. Э, под вопросом э, договор о стратегических наступательных вооружениях СНВ-1, СНВ-2. Э, Отменен договор о системах противоракетной обороны. Фактически мертв договор о ограничении обычных конвенциональных вооружений в Европе. Так Россия фактически этот договор не выполняет после аннексии Крыма и войн на Кавказе. Да? То есть мы можем увидеть, что и ряд маневров, которые проведены были Российской Федерацией буквально в сентябре-октябре, так и ответные маневры НАТО свидетельствуют, что, к сожалению, Балтийско-Черноморская ось на сегодняшний день является вот таким аналогом прямого противостояния Российской Федерации Североатлантического альянса. Ну и, к сожалению, Украина сейчас выступает в роли... Германии, до да, периода Холодной войны, находясь как раз в эпицентре вот этой новой Холодной войны, в эпицентре нового противостояния Востока и Запада. С чем вы связываете, что Кремль действует по тем же лекалам, как и во время Холодной войны? Ну, тут все-таки традиции российской ментальности сказываются. Россия привыкла считать себя осажденной крепостью, да, когда все против России, да, и еще Александр III говорил, что у России только два союзника, армия и флот, да, и, соответственно, вот эта традиция в течение последующих последующих столетий, к сожалению, соблюдается, да, и по большому счету мы видим, что, ну, естественно, Путин пытается привлечь Китай, да, в качестве военно политического союзника Российской Федерации, да, и это, соответственно, вызывает определенную нервозность, скажем, в той же Франции, да, то есть мы помним, что Макрон э высказывает даже сомнения относительно нынешней формы Североатлантического альянса и его способности противостоять Российской Федерации. Но вот как раз вчера отмечали на бывшей границе между двумя Германиями Масс и госсекретарь Помпео посетили музей германского разделения, да, то есть есть такой музей, ну и, соответственно, там сказали, что Макрон, собственно, поспешил хоронить Североатлантический альянс, так, тут то есть, вопреки позиции Трампа, который считает, что союзники по НАТО должны, так сказать, больше финансировать и нести большую ответственность, или, во всяком случае, не меньшую ответственность, чем Соединенные Штаты за безопасность в Европе, да, ну, соответственно, Макрон более ориентирован на создание военно-политического союза в Европейском Союзе, да, ну, и, соответственно, вот такая двойная... Стратегия в евроатлантическом сообществе реализуется, но ну, в любом случае Европейский Союз декларирует во всяком случае увеличением военных расходов и Германия и федеративная республика и Франция декларируют намерение все-таки укреплять оборону Европейского Союза. Тут, конечно, возникает вопрос с Брекситом, то есть выходом Великой Британии, да, и поэтому, если этот выход, в конце концов, осуществится, то роль и значение НАТО как гаранта безопасности в Европе все равно сохрани сохранится. Даже возрастет, наверное. Даже возрастет, соответственно, да. Ну, а Европейский Союз будет вот такой вспомогательной роли Находиться. Вопрос Виктору Савинку последний. Виктор, все-таки Украина не Германия, да, ментальность немного другая у немцев, у украинцев. Германию поддерживали Соединенные Штаты Америки, был план Маршала, за счет чего, собственно, и, и случилось это немецкое экономическое чудо. Германия быстро стала членом НАТО. С вашей точки зрения, вот какие риски могут быть для Украины, если Украина пойдет по этому так называемому немецкому сценарию на время откажется от Донбасса? Самым большим риском на сегодняшний момент является все то же ментальное разделение. В течение последних пяти лет с помощью разных сил и средств Российская Федерация на временно оккупированных территориях, как в Донбассе, так и в Крыму, создает параллельную реальность, создает иную ментальность и создает абсолютно иное отношение к Украине, ее истории, к украинскому государству как такому. И это один из наиболее существенных вызовов для украинского государства, как в нынешних условиях конфликта на востоке Украины и временной оккупации Крыма и Севастополя, так и с точки зрения потенциальной реинтеграции как Донбасса, так и оккупированного Крыма поскольку мы получим в итоге э, на Донбассе в случае реинтеграции не только, скажем так, э, непосредственно лиц, которые участвовали в э, военных действиях на, терри... на стороне российской оккупационных войск, не только родственников э, жертв э, э, жертв военных действий или, собственно говоря, тех, кто служил в российско-террористических войсках и был убит. Но мы получим совершенно другое общество, совершенно других людей с другими штампами, с иным способом мышления. Но тем не менее, и, как мы видим, да, вот... Интеграция этих людей в украинское общество, их убеждение в правильности украинского внутри и внешнеполитического курса, согласование с ними политических решений и просто даже проведение выборов с участием украинских политических сил на востоке Украины, точнее на временно оккупированных территориях в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Это очень большие вопросы, очень большие вызовы, с которыми Украине придется... Сталкиваться. Тем не менее мы видим, что Германия ну, вот, приняла этот вызов, да, и объединение такие состояло. Сейчас Германия едина. Что интересно, вот поставили памятник объединению, и э, там фигурируют Гельмут Коль, Джордж Буш старший и Михаил Горбачев, которые подписали вот это вот э, договор об объединении. Нет никаких представителей ГДР, то есть их история списала со счетов. Спасибо нашим гостям. Это были Андрей Мартынов, доктор исторических наук, профессор Института истории Украины Национальной Академии Наук Украины. По скайпу с нами был политолог-международник Виктор Савинок. Мы говорили о том, не стоит ли Украине на время отказаться от Донбасса, как в свое время Германии от ГДР. Не переключайтесь, мы продолжаем. Нам важно...